Hey, yo, guys, с вами Шимик, и мы продолжаем проходить игру под названием Лего Бэтмен Видеогейм. И у нас возвращение Джокера, второй уровень за него. И у нас взрыв биплана. Взрыв биплана, когда нас, кажется, этот Бэтмен угасил, и они взорвались. Когда-нибудь это Когда-нибудь этот задрапированный кретин озарит нас своей улыбкой. О, я просто обожаю вечерние полеты над городом. А ты, пугало, сколько препятствий, и все ради того, чтобы Бэтмен пропахал носом землю. А так я так взволнован. Я так взволнован. Блять, что за хуйня, ля-ля, блядь. Я не могу уже прочесть. Окей, сразу взрыв биплана. Почему у нас два в одном? Я могу брать? Нет, я не могу, ладно. Круто. А по что мы взорвались? А. Прикольно. Прикольно. Летели. Харе врезаться во все, что не попал. Не попади. Я придется брать разгон. И... Давай, понесла. Все? Все, готово. Взрывайся, взрывайся. Колотушка, игрушка, там нужен самолет Бэтмена. Так, здесь мне нужен будет пугало, потому что Джокер может цеплять бомбы, значит пугало. О, тихо. Ладно, это нужно, это было не нужно. Просто мы пролетим чучелом. Посмотрим, где что. Подождите, чучело вообще ничего не может сделать? А, не может. Это как раз за чучело нужно делать. Он просто рандомно стреляет, ни хера себе. Джокер. Так, здесь нужно взорвать. Как я понял. Или можно не взрывать. А, не, придется взрывать. Джокер, давай. Это оно? Накажись, да. Чучело, давай, теперь ты. Не знаю, зачем я поворачиваю. Ой-ой-ой. Мне нужно чуть-чуть на эти. Возьмешь? Не берет. Так, а где-то? А, нашел. Все. Там как раз и бомбы. Ох, пипец, здесь сейчас будет... Ну как, не сложно. Тихо, что? Мне туда можно пролететь? Мне сюда нужно было пролетать? Или нет? Кажись, нет. Ладно, полетели обратно. Первым делом соберем чучелом. Пугалом эту херь. Пускай она будет. Теперь Джокером схватим. Хорошо, хотя бы здесь враги не так часто появляются. И взорвем. Полетели.
Ох, полицейский боевой вертолетик. Ой-ой-ой, меня уже пуляют. Окей. Что мне нужно взорвать своим этим? Так, я немножко сейчас в недоразумении, что мне делать. Так что у меня взрывчатки нету, как бы. С помощью его... А, нашел все. Беру свои слова обратно, я нашел. А, Джокер, давай. Не-не, давай ты не будешь делать мертвую петлю. Давай, давай. Ну куда же ты? Бля, сейчас будут за мной ракеты лететь, и как я буду брать эти мины? Давай. Класс, я деньги потерял. Нихера ты дернулся. Готово. Давай, где он? Где там? Мой летун. Попал. Наша керри в минусе. Так, давай, второй сразу берем. Полетели. А, класс. Давай ты не будешь взрываться, а просто так. Нет, нет! Фух, пронесло. Пожалуйста, нет! Не взрывайся там! Тихо, 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 тихо. Нужно эту херь взорвать. Готово, и получай. Так. Хорошо, теперь что мне нужно тебя уничтожать? Обычными бомбами? А не, можно теперь так его уничтожить. Ну что такое? А почему ты стал пробиваемый? Блять, он мне урон нанес. Ладно, не страшно. Минус. Мы его уничтожили. Вот и все. Да, мы получили еще два транспорта, и чтобы нам открыть еще походу остальные транспорты, нужно собирать вот эти мини-наборчики. А хотя, может быть, и нужно их докупать, потому что тут можно докупать персонажей. Но я когда проверял игруху, что-то вы, наверное, помните первую серию, где у меня были несколько процентов. Или не помните, хер его знает. Ладно, там, короче, было... Когда я заходил в магазин и докупал типа подсказки, там нужно было проверять этот шоп, оно взяло и просто вылетело. Просто зависло и вылетело, не отвечала вообще игра. Поэтому давайте прощаться. И осталось у нас сколько там? Буквально 3 серии. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.